Карагандинцев приглашают к диалогу. В городе открылся первый сервисный антикоррупционный центр, где можно получить юридическую консультацию или оставить жалобу. Он создан в рамках проекта «Служащее государство» и по задумке должен стать диалоговой площадкой для взаимодействия населения и представителей власти. Принцип работы сервисного центра следующий. У входа посетителей встречает необычный гид. Говорящий робот третьего поколения самостоятельно передвигается по залу и презентует центр, который занимает два этажа. Первый прием граждан провел глава агентства по противодействию коррупции. На следующий год автоматизация полностью и, соответственно, интеграция всех баз данных произойдет. И мы полностью можем сказать, что мы будем соответствовать международным таким стандартам и развитых стран европейских, где 90% оказывается услуг в электронном формате. Создание комфортной среды для оказания государственных услуг – важный шаг в борьбе с бытовой коррупцией, считают специалисты. Мы хотим тем самым еще раз показать населению, еще раз подтолкнуть население активно вот в такой тесной форме работать с нами, с органами агентства по противодействию коррупции. Я думаю, что вот эти начинания должны быть одними из тех действенных шагов по предотвращению вообще любых коррупционных правонарушений у нас и в городе, и в области. В зале ожидания предусмотрена электронная очередь консультантам. Они окажут юридическую помощь, примут жалобу и запишут на прием к любому руководителю. Здесь есть и пресс-центр, где планируют обсуждать все антикоррупционные инициативы граждан с участием журналистов. Марина Золотарева, Аслан Демизбаев. Итоги дня. Караганда.